Ну вот мы в Ярославском Кремле. Сегодня вот солнышко даже нас тут встречает. Холодно уже, минус 10, а дальше еще будет холоднее. Конечно, так и есть. Не надо ничего нажимать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Покажи. Вот этот носик замерзший. Бельчата замерзшие. Звонится красивая. Да, вот здесь показывают слово о полку Игореве. Но мы решили внутрь не заходить, иначе мы будем только раздеваться и одеваться. А это памятник князю Пожарскому. Икона. Казанская икона Божьей Матери.